Куба на Ютубе, я Куба на Ютубе. У нас есть новый участник, вас зовут? Лев. Олег? Куда будем звонить, Лев? Вы откуда? Казань, да? Казань. Расскажите, что с ними за проблема? Да никак не получается на генерального выйти. Почему? Приемная посылает далеко и надолго. А вам нужен генеральный Дмитрий Юрьевич, да? Да. А зачем он вам нужен? Встретиться с ним. Ага, понял. Вы там с кем-то уже общались еще? Да, с кадровиком. Лично встречались, да? Да. И о чем договорились? Туда сказать. Ей все интересно, но решение принимает вот он. Встречаться нужно с ним. Понял. А кадровика как зовут? Сейчас, две секунды. Фамилия одна. Фамилия такая же, Елена. Фамилия такая же? Да. Елена прекрасна. Елена, да? Две секунды. Интересно. Так. Елена Викторовна. Елена Викторовна. Хорошо так. То есть вы уверены, что Елена Викторовна не принимает решение? Или мы же отмазка просто, а? Она тетя, по-моему, его. Тетя? Родная. Пусть они выходные перетрут. Как говорится, дома. Это все обсудить, тем более родной человек. Елена, да? Очень, да, знаете. Викторовна. Елена Викторовна. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а Елена Викторовна на месте? Кто? Елена Викторовна. На месте. А, так, а Дмитрий Юрьевич? На месте. А, ну, переключите, пожалуйста, на Дмитрия Юрьевича, будьте добры. А кто я? Владимир Александрович меня зовут. Ну, там, Елена Викторовна разговаривает. Якуба фамилия, если что. Ну, Владимир, скажи. Владимир Александрович. Там с Еленой Викторовной беседа шла, вот сейчас вот. Дмитрий Юрьевич. Кто, вообще непонятно, да? Ну ладно, попробуем. На следующей неделе встреча. А по поводу чего? ДМС. ДМС, да? Да, сотрудника, да? Страхование. И с Еленой Викторовной мы разговаривали. Напишите, Елена, да. Викторовна. Напишите, Елена Викторовна. Дмитрий Юрьевич. Он еще в данный момент спрашивает, какой я еще и Владимир? Не знаю, но с Еленой Викторовной разговаривал. О чем он разговаривал? Я не знаю. Алло. Дмитрий Юрьевич. Да. Добрый день. Меня Владимир зовут, вот мы с вами не совсем знакомы, знакомы только с Еленой Викторовной, вот с моей коллегой знакомы. Есть у вас буквально пару минут? Ну, давайте переговорим. Да, в общем-то я с коротким довольно вопросом, вас как зовут? Лев. Лев, да. Мой коллега, вот, который курирует вопросы ДМС для сотрудников, ну там по страхованию, с Еленой Викторовной уже встречался лично. Ну, и, соответственно, есть такое, скажем так, предварительное положительное желание в этом направлении работать, но вот нужно с вами... ну как согласовать такое, принять основное решение. Как думаете, насколько мы можем вот по ДМС? Елена Викторовна пускай зайдет туда, если вы давали все расклады по страхованию, то она пускай просто зайдет, доложит об этом и все. А у нас есть возможность с Еленой Викторовной вместе к вам заглянуть на встречу, чтобы, скажем так, втроем это было? Я вам честно говорю, у меня настолько сегодня плотный график, что я даже не могу назначить время вообще в ближайшие две недели. Движащие... У меня выезды, да, ага. У меня начались профсоюзные собрания, поэтому это нереально видится, поэтому... Вы донесите всю информацию Елене Викторовне, у нас, когда будет совещание, она мне все это должна передать. Хорошо, хорошо. Тогда с Еленой Викторовной еще раз переговорю, а так через две недели примерно, да, если по встрече? Да. Это после, получается, 20... А, после 1 февраля, там, 1-5. Да, до 15 февраля можно даже не беспокоиться. Все, значит, после 15 февраля набираю или с Еленой Викторовной мы согласуем. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, хорошего дня, до встречи. Хорошего дня, все доброе. Здоровья, парень. Ну, Лев, ну не так, как вам хотелось, конечно, но, коллеги, дожимаем, но не пережимаем, согласны? Да, да, да. Дожим клиента имеется в виду, что мы максимум делаем, исходя из той ситуации, которая возможна. А если бы я ему сказал сейчас, нет, подождите, Дмитрий Юрьевич, я уверен, что вам нужно встретиться со мной лично и со Львом, тем более я... Правильно? Ну что-то было бы не то, правда? Так вот, вот как максимально двигаемся, исходя из ситуации. И у нас есть два вывода, две вещи мы теперь делаем. Лев, что мы сейчас делаем? Первое. Перезвонить через две недели. Нет. Лев. Нет, в смысле, что сейчас делаем? Что мы сейчас сделали или что нам нужно будет сделать? Что нам сейчас нужно будет сделать? Позвонить Елене Викторовне. Правильно, вот очень. На Елену Викторовну переключите, пожалуйста, теперь. Уже переговорили с Дмитрием Ильичем, согласовали. А мобильный есть, да? Ну давайте я переговорю или вы, Лев? Давайте вы. Давайте, ладно. Все, помощника нанял. А Елена Викторовна? Ага. Да. А, сейчас. Елена Викторовна, добрый день. Здравствуйте. Владимир меня зовут. Я вот из коллега Льва, вот он связывался с вами. Помните, да, наверное? По ДМС, да. Есть буквально минутка у вас? Ну, да, вы знаете, что-то совсем нет. Ага. Тогда прям в 30 секундах. Я вот просто, вы Льву говорили, что нужно с Дмитрием Юрьевичем переговорить. Ну да.
Вот, мы с Дмитрием Юрьевичем переговорили только что. Ну так, общее, по ДМС я озвучил. Он дал обратную связь, что такая высокая загрузка, но в целом, чтобы раз информация есть, если у вас есть возможность, Елена Викторовна, чтобы вы подошли и там информацию изложили, когда вам будет удобно, там, при следующем совещании. Ну, в общем, сделали, как вы и сказали. Только просто не Лев позвонил, а я позвонил. И я по этому поводу хотел уточнить, нужно ли вам, может, какую-то распечатку сделать, что-то отправить? Конечно, нужно. Хорошо, Елена Викторовна. Я тогда завтра, сейчас в командировке в Самаре, завтра вернусь, завтра, максимум послезавтра, все подготовлю и потом перенаберем. Хорошо? Хорошо. Спасибо, Елена Викторовна. Будем потихонечку готовиться к работе. Всего доброго. До свидания. Она такая, слушай, с кем ты переговорил? И такая, конечно, нужно. Раз я уже попала, понимаешь? Как если ты уже меня подставил, понимаешь, Володя там, а не Лев. Чувствовали, да, это? А сейчас, когда вы сказали, что если у вас минуточка, она сразу поставила барьер. А если вот этого не говорит, да, можно было бы дальше перейти. Не, коллеги, про удобно ли говорить, надо ли не надо спрашивать, я убежден, надо. Минуточка. Потому что мне все говорят «да». А если мне кто-то говорит «нет», она мне сейчас хотела «нет» сказать. Вы чувствовали, да? Да. Вы знаете, но у меня сейчас немного времени. Я говорю, хорошо, тогда 40 секунд. Помните? Да. А там уже вариантов нет. Говорит, подожди, нет, у меня даже 40 секунд нет. Хорошо, 30. Я бы так сказал. Мы вместе посмеялись, как-то улыбнулись, и эти 30 превратились бы в 2-3 минуты. Примерно так, если... Ну, я, кстати, ее не сильно обманул, да? У нас где-то 40 секунд было, минута. Вот все как есть. Я в этом смысле проявляю уважение к ее рабочему графику. Ну и теперь, Лев, вы поняли, что вам нужно сделать? Да. Первое, что? Повторно связаться с Еленой Викторовной. Да нет, сначала первое. Елена Викторовна должна без лишних заморочек получить что-то по электронной почте. Угу. Что... Коммерческое предложение. Да, да, точно. В котором будет все четко прописано. Ей останется только его распечатать. Угу. Ждать несколько файлов, красиво. Вы же это умеете, да? Да, да. Да. После этого второе. У вас есть ее мобильный, да? Да. Там WhatsApp есть? Да. У нее. Вы же переписываете по WhatsApp, да? Да, да. О, отлично. Елена Викторовна, добрый день. Звонил. Я в командировке был в Самаре. Мой помощник Володя звонил вам. Сказал, что надо отправить коммерческое предложение. Отправляю. Все, я скинул. Все. Он уже, вы уже отправляли что-то? Нет, я и встречался с ней уже 2 раза. Я отправлял. Но она до него, видимо, не дошла. Но видите, как она бодро сказала, как она бодро сказала, да. Это значит, коллеги, классика жанра, она не читает. Потому что вы 35-я страховая компания, которая ей предположительно звонит. Поэтому отправьте то же самое, какие-нибудь коррективы еле-еле внесите, и отправьте и в WhatsApp, и по электронке, сейчас-то она точно распечатает. Ей докладывают на Дмитрия Юрьевича. И, кстати говоря, у меня есть ощущение, что Елена Викторовна вам тогда как бы отказала, как бы мне все нравится, но решение принимает генеральный директор. Она думала, что вы до него не дойдете. Она просто решила отмазаться. Но не получилось, потому что встрял помощник Володя. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Львов, Казань. Если что, к вам можно обращаться. Да, вообще без проблем. На тренингах, да.